стартовал второй сезон международной детско-юношеской экологической премии «Экология. Дело каждого». Его открыли глава Росприроднадзора Светлана Родионова и легендарный путешественник Федор Конюхов. Цель премии – вовлечь детей и подростков в природоохранную работу, повысить качество экологического образования и просвещения, пополнить ряды юных эко-волонтеров. Второй сезон завершится 1 октября. В первом сезоне Мария Гутова из Одинцова стала самым юным эко-блогером.